Заявку на участие подали 65 команд по чирлидингу. Это около 700 спортсменов из Москвы, Сочи, Ростова, Таганрога, Тюмени, Краснодара, Астрахани. Соревнования проводятся в трех возрастных категориях – дети, юниоры, взрослые – в разных номинациях, к примеру, чирмикс, чирданс, групповые станты. В прошлом году взрослая команда «Жемчужина» из Сочи заняла первое место в номинации «Чирданс-шоу». Самые сильные команды по итогам прошлого года представляли Астрахань, Москву, Ростов и Таганрог. Наибольшее количество призовых наград увезла с собой ростовская команда «Диметра». Начало турнира в субботу в 10 часов, воскресенье в 17 часов.